ФСБ России совместно со ФСИН, Федеральной службой исполнения наказания, пресекла попытку теракта в исправительной колонии номер 6 в Варнавинском округе Нижегородской области. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предварительно группа радикалов готовила теракт, планировала нападение на работников колонии и массовый побег. 24 сентября все злоумышленники были обезврежены. Задержано минимум четверо организаторов неудавшегося нападения. Против них возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». В настоящее время проводятся проверки. Напомним, что в июне произошел захват заложников колонии в Ростове-на-Дону. Впоследствии ОМОН ликвидировал террористов. А 23 августа в исправительной колонии номер 19 в городе Суровикино Волгоградской области четверо заключенных напали на сотрудников колонии и других заключенных, взяв часть из них в заложники. Все четыре бунтовщика были убиты спустя несколько часов в ходе операции по освобождению заложников.